Всем привет, всем здравствуйте. У нас сегодня прямой эфир по дизайну нюдовый. Но сейчас будет небольшой магазин на диване. Хочу показать, какие есть новинки, которые вышли в последнее время. И про которые я, например, забыла вообще сказать. Вот есть новинки, которым я вообще сама безмерно рада, потому что я главный потребитель этих продуктов. Вот, и я думаю, что многие девочки, женщины обрадуются, потому что ждали давно эти продукты в другой упаковке. Вообще, в принципе, переизданные эти продукты. И я хотела начать с малышей. Вот, кто не в курсе, мы стали выпускать наши парфюмированные лосьоны, которые выглядят вот так. Теперь в маленьком объеме. Этот маленький объем классно дарить, классно использовать самой, например, когда вы едете в машине где-то куда-то там положить на видное место, когда у вас небольшая сумочка, либо вообще просто там рюкзак, сумка, и чтобы под рукой всегда был крем для рук. Под рукой. Очень удобный формат. Ну и плюс, конечно же, он стильный, как всегда. Поэтому у кого уже есть любимчики, вы можете, например, приобрести их в малышах. Или наоборот, вы давно смотрели на нашу линейку парфюмированную, и непонятно, какой запах выбрать. Потому что здесь, конечно, упор идет не только на увлажнение и на легкую текстуру. Предполагается, чтобы быстро впиталась, работала и при этом не оставляла такого слишком ярко выраженного увлажненного эффекта, чтобы состояние было комфортное увлажнение, но без излишнего вот этого вот липкого остаточного слоя, и при этом, чтобы было вкусно пахнущим, и чтобы этот еще запах долго сохранялся. Вот мне, например, хватает наших лосьонов, часов 10, вот 11, 12, когда проходит, запах очень стойкий. И у меня для вас очень хорошая новость, для меня так это точно, это регенерирующий крем, наверное, самый популярный работающий продукт, для девочек и женщин, у кого есть проблемы с сухостью кожи. У меня, например, эта проблема, она, в принципе, нерешаемая, да, потому что есть разные заболевания, да, вот, как в моем случае, например, гипотиреоз, да, он со мной будет пожизненно, мне пожизненно пить гормоны, не пропускать обязательно, вовремя ходить к эндокринологу, сдавать все анализы и пропивать курсами те препараты, которые мне назначает врач. И понятно, что как следствие того же гипотиреоза, это может быть там сахарный диабет, много разных заболеваний, что следствие это сухая, постоянно в таком некомфортном состоянии находящаяся кожа. И на меня влияет все. И вода, и воздух. Вот я чешусь просто бесконечно. И мне просто нормальные лосьоны увлажняющие не совсем эту картину мне спасают. Да? Вот. И для меня палочка-выручалочка вот последние годы, это была сначала регенерирующая маска, потом мы эту маску переработали, усовершенствовали, сделали, наконец, крем. Он более легкий, но не такой легкий, как обычные увлажняющие крема и лосьоны. Здесь очень классный работающий состав, и поэтому был очень большой запрос на маленький объем. Мы также, как и парфюмированные лосьоны, сейчас выпустили регенерирующий крем в малышах. Поэтому, если хотите попробовать, вот рекомендую купить на пробу небольшой объем, либо вот, ну как вот мне, да, я даже днем пользуюсь этим кремом, хотя, например, обычному человеку, возможно, это только на ночь лучше делать, а я даже, выходя из дома, должна его нанести, иначе я вся исчешусь просто. И я очень рада, что наконец малыш появился, потому что вот это с собой таскать я не могу, вот, а это очень классно помещается в сумочку, тем более очень удобно подарки теперь комплектовать, да, там две штучки подарил, уже веселая такая двоечка, или там, например, с маслицем соединил, и цена получается приятная, потому что маленький объем. И как раз переходим к маслу, смотрите. Я причем понимаю, что он не только что вышел, да, этот вариант масла Барби Герл, но тем не менее, уверена, многие до сих пор не знают. Вот что-то я как-то мимо пропустила, я знаю, что мы работали над тем, чтобы вернуть это масло, потому что там отсутствовал один ингредиент из-за последних событий, и у нас его не было в продаже, по-моему, года полтора или два. И новость, кто здесь любители, девчонки, мальчишки, женщины, барышни, Барби со своим знаменитым запахом.
Я вот все время своих подруг спрашивала, говорю, блин, почему у нас, ну, много масел, разные запахи? Они говорят, нет, здесь вот запах, Катя, я ради запаха только это масло всегда у вас покупала. В общем, масло Барби есть снова в продаже. Немножко формула изменилась, вот, но это практически тот же продукт. Самое главное, запах получилось сохранить тот же, потому что почему не получалось перевыпустить, мы не могли добиться того же запаха. Вот, запах получился тот же самый. Что еще? Я, конечно, жду еще Revive бальзам, вот, потому что для меня это просто крем-сос. Я его наношу тоже на руки, на ноги, на поврежденные участки, да, потому что тоже повышенная сухость. Муж у меня им пользуется, потому что у него, когда только начинаются первые холода, вот сейчас даже вроде как еще тепло, но воздух уже прохладный утром, вечером, и все, у него уже корка на руках, и Revive тоже регенерирующий. Revive, наверное, еще сильнее. Он еще плотнее. И вот для решения вот таких проблем тоже очень подходит. Вот. Но Revive пока в малышах не выпустили. Вот пока. Сейчас я вам покажу вот так поближе. Это два моих любимых продукта. Здесь очень хорошие составы работающие. Я их просто обожаю. Так, Барби. Барби, имейте в виду. Слава Богу. Уже продается, и запах тот, который нужен был. Сейчас я вопросы почитаю, девочки, отвечу. Сейчас я закончу. Мне хочется, знаете, такая небольшая пауза перед началом дизайна. Дизайны у нас сегодня, смотрите, все бежевые, нюдовые. Сегодня захотелось сделать такую теплую, уютную осень. Я сегодня работаю только с одним слайдером, я с ним еще ни разу не работала. Обязательно у меня этой осенью будет маникюр. С этим вариантом. Я сейчас только свои синие ногти осуществлю, похожу с ними недельку-две и перейду вот на этот слайдер. Очень его жду в исполнении на мои длинные ногти. Так, ну, пока мы к дизайну с вами не перешли, хотела еще показать два продукта. Возможно, кто-то знает, кто-то не знает. У нас вышел еще один оттенок новой базы камуфлирующей. Это номер 22. Здесь, кстати, формула – это гамма-бейс с 1 по 4. Вот кто покупал наши базы с 1 по 4 номер, формула точно такая же. Очень плотная. Понятно, что если жердяйска хочется налить сразу, имейте в виду, просто сушите дольше. Кстати, просыхает в любом случае, но единственное, что 2 минуты, 3 минуты надо сушить. Как бы тут не вариант, а через 1 минуту. Отпускать клиента, идеально подходит для голого маникюра. И еще раз напомню, у нас есть офигенные продукты, это самые популярные лаки сейчас у нас на ВБ, это BB-серия лаков для укрепления и матирующие лаки. Сейчас тренд на голый маникюр. И, конечно, вот эти BB у нас пользуются очень большой популярностью. Вот представьте, вот сколько продуктов есть, да, для искусственных ногтей. А пользуются популярностью на ВБ у нас продукты для натуральных ногтей. У нас BB просто побил рекорды. И вот этот тренд на голый маникюр. Вот именно вот этот оттенок cover мне хотелось вам показать. Идеально камуфлирует, выравнивает, защищает натуральные ногти и как раз создает вот эту вот иллюзию здорового натурального ногтя. Прям сливается с кожей рук, просто оттенок великолепный. И сейчас у нас очень хорошая скидка на него, 658 рублей на ВБ. Поэтому ловите эту стоимость, причем эту стоимость не мы сделали, вы знаете, Wildberries там сам запускает все эти скидки, акции. Вот я сегодня посмотрела, у него сегодня очень хорошая цена. Хотя зачастую бывает цена там ровно в два раза дороже, у нас даже за цену ровно в два раза дороже все равно эти продукты покупают. В общем, BB Cover идеально подходит для тренда на голый маникюр. И база номер 2, кто клиенты любят все-таки искусственный материал, да, а не натуральный, очень подходит также для этого тренда на голый маникюр. Цвет обалденный. У меня, кстати, на одном ногте есть, я тут видосик снимала. У меня, конечно, разноперстные ногти все, у меня чего только нет на ногтях. Вот, ну, самое главное, что у него очень высокая плотность у этого камуфляжа. Он не средней плотности, это не полупрозрачный.
Вот, потому что сейчас все-таки большой запрос на высокую плотность. Я зацепила. Так, ну ладно. Сейчас большой запрос, конечно, на плотные базы. Вот даже вот у меня сейчас, я тут видео записывала на большой пальчик, использовала желтую базу. Вот кто скажет, что, например, эта база больше выглядит как цветной гель-лак неоновый. И понятно, что при такой высокой плотности нужно очень внимательно работать со слоями. Но зато очень удобно. В два слоя нанес, очень хороший жесткий каркас, и при этом не нужно использовать цветное покрытие, да? Так, биби понятно. Еще раз, 658 рублей, по-моему, сейчас стоимость. Там несколько оттенков, но я вам сегодня хотела рассказать именно про кавер. Очень хороший оттенок специально для тренда на голый маникюр. Так, база, я уверена, на Wildberries тоже есть, и на Amy Shop тоже есть. Очень красивый новый оттенок. Да, девочки, я сейчас без маникюра. Такое иногда бывает, мне нужно было протестировать новый продукт, им нужны были именно натуральные ногти. И вот сейчас буду ходить 2 недели, но я терплю. Вот смотрите, я хожу в терпении, зато попробовала новые слайдеры, татушки. Хотя я хотела сделать на огромную длину, острый, камуфлирующий, нарастить себе и сделать эти тату, ну, похожу с короткими ногтями. Очень классный слайдер, вот именно чисто на камуфляже. Вот для голого маникюра дизайн идеальный. Гамма плохо относилась на 3 клиентах, теперь боюсь ее работать. Блин, у меня, насколько у меня говно ногти, я всегда говорю, мои ногти не для гель-лака, это вот 100%. Но вот гамма бейс, особенно формула 2, это оттенки с 5 по 14, у нее каркас прям как у классического геля, очень жесткий. И при таком цвете, в принципе, если наша база, бейс и милак, наш праймер, очень хорошо носится. Очень хорошо носится, не знаю, мне кажется, прям вот понятно, что идеальных продуктов гель-лаковых, также и классических, не бывает, чтобы подходило абсолютно одинаково всем, да, и это как шампуни, но не существует такого шампуня, который одинаково хорошо носится на блондинках, на волосы, которые толще, тонкие, жирная кожа. И так далее. Вот, ну, не бывает универсального продукта. Также и продукты скульптурные и базовые. Точно так же. Есть клиенты, кому подходят разные формулы. Вот. Ну, насколько вот у меня ногти вообще, в принципе, не для гель-лаковой скульптуры. Я всю жизнь ношу классику и всегда продвигаю классику. Считаю, что все-таки вот с классикой это, ну, как бы самая такая стойкая история. Но так как сейчас эра скорости, все хотят работать скульптурами цветными, еще и гель-лаковыми. Ну, мне кажется, например, формула с 5 по 14-ю, вот для меня это прям палочка-выручалочка. Пусть не на 4 недели, но 3 недели я прям отлично хожу с этим продуктом. Вот он прям вот жесткенький очень. Здесь вы же должны понимать, скульптура скульптурой, но очень важный момент, что вы нанесли на натуральные ногти. Какой у вас праймер и какая у вас база. Понимаете, скульптура-то уже идет 3-м слоем. Это я тут недавно возражение одно отрабатывала, рекламацию. Вот разбирались с клиентом, разбирались. Потом выяснили, что у человека ультрабонд, во-первых, уже был вот здесь где-то 1/3, и этот ультрабонд использовался для слайдеров. А я сразу сказала, говорю, если у вас вот это 1/3 ультрабонда, и вы мне сейчас говорите, вы часто делаете дизайн и постоянно обрабатываете этим ультрабондом слайдеры, я говорю, 100% ультрабонд уже не работает как адгезив, он не рабочий. Вот вы его наносите, а он не адгезив, он не работает, понимаете? И там уже какую бы вы базу ни нанесли, какой бы вы золотой суперпродукт ни нанесли, стоять ничего не будет, понимаете? Например, тот же ультрабонд, его, он когда вот к концу подходит, честно, девочки, лучше уже переводить его на слайдеры, лучше им не работать, вот до конца не срабатывать. Вот это очень хорошо, кстати, видно, если вы его нанесли, если он не впитывается и продолжает блестеть таким хорошим слоем, 100% уже не работает. Вот, поэтому будьте внимательны, чтобы всегда ультрабонд был свежий. Из всех баз под гель-лаки я рекомендую именно база Эмилак. У нее самая сильная адгезия. Я всегда, знаете, как проверяю сильность адгезии. Вот, вы можете нанести
на подушечку пальца, сделать полимеризацию. И когда вы начинаете снимать вот этот сполимеризованный слой гель-лака, там хорошо видно, вот, как крепится база к той же поверхности ногтевой пластины. Если она к коже прикрепилась, то к ногтевой пластине, там к остаточному кератину. Почему у нас очень часто при анихолизисах именно нашу базу первым слоем наносят? Потому что она крепится даже к остаточному кератину. Ну, отмачивается, смотрите, вы должны понимать. Вот представьте, вот такая плотная база, она практически ложится, как гель-лак цветной. Представьте, какое количество здесь пигмента цветного. Понятно, что продукт полупрозрачный, камуфлирующий, будет растворяться быстрее, чем вот, например, такая плотная-плотная база цветная. Просто старайтесь большую часть цвета машинкой снять и тонкий последний слой уже размачивать, а не так, что вы чуть-чуть запилили и размачиваете в толщину эту цветную базу. Ну вот я просто шила одну минуту, да, понятно, что в принципе, ну как бы для прозрачной базы одной минуты достаточно. Но сейчас вот даже вот хорошо, мне нужно прям такие хорошие усилия приложить, чтобы оторвать эту базу. Поэтому чаще всего вот именно Base Emilac база используется как первый слой. Есть еще база классическая Super Bond. Ой, где мой Super Bond? Оля, принесешь Super Bond у Юли? Нет. Сейчас я вам покажу классическую базу под гели в банках. Вот, ну, очень часто все, теперь можно отрывать. Вот, но очень часто многие говорят, что, в принципе, вот эта база, она универсальная. Катя, почему новой серии для лица на Эми Шоп не будет? Не будет, потому что этот продукт выпустили только для маркетплейса. Мы же завод-производитель, девочки, вы должны понимать, мы производим много разной продукции, вот, и не все оно производится только для профессионального использования. В данном случае это обычная косметика для конечного потребителя, это не профессиональная линейка. Вот, на Эми Шоп продаются продукты профессионального использования, большую часть. Вот она, кстати, классическая база, Super Bond. Не знаю, все хочу переименовать и написать просто Base Гель. Вот, ну пока у него все еще Super Bond написано, хотя это классическая жидкая база, которая как основа идет под гели, под акригели, под классические системы. Вот. Ну, сама я очень люблю, конечно, Base Emilac. Так, база какую? Вот 22-я у нас сейчас база вышла. Это формула, вот кто пользовался базами с 1 по 4, гамма Base, вот эта формула относится вот сюда. Она более эластичная. Вот. Базы, которые вот тоже недавно выходили, очень большой ассортимент цветных, а у них формула более жесткая. Вот. Поэтому вот даже вот очень тонкий слой, прям очень хорошая. Так, ладно, я что-то у нас сегодня один сплошной магазин на диване, а к дизайну я так и не приступила. Значит, под слайдер, которым я сегодня хочу работать. Сейчас я скажу, какой это. Прям любовь у меня к нему. Номер 138. Посмотрите, готовые уже элементы, не нужно ничего компоновать, просто берите и на все 10 пальцев распределяйте. Очень круто заходят какие-то нюдовые оттенки, серые, нюдовые, вот, если брать, например, вот такого плана шиммерные, да, вот как 442 тоже можно, вот, но при условии, если вы будете использовать матовое покрытие, чтобы приглушить вот эту перламутровую блестящую поверхность, за счет матового топа, и золото будет хорошо смотреться. Потому что если вот это перекрыть глянцевым, будет немножко переборчик. Поэтому давайте мы сделаем один вариант. Два глянцевый, один матовый. Давайте глянцевый сделаем на сером фоне. Вот сейчас он такой темноватый фон, но мы будем использовать молочный. А Юля, слушай, Оля, а можешь еще Юлю попросить принести мне молочный лак? То ли 248, то ли 249, сейчас номер не помню. Ой, гель-лак цветной. Так, делаем серое покрытие.
суши. Дальше можно сделать, например, как фон, чтобы сложнее смотрелся, белый стемпинг. Но опять же, не обязательно, потому что еще раз, слайдер очень самодостаточный. Там, по сути, можно ничего не делать. Просто главное цвет подобрать. Это бежевый, либо серый. Так, сейчас мы сделаем стемпинг. Лаковый берем черного цвета. Ой, я черного сделала. Ну ладно, у меня тут были образцы, я делала с белым, а сделала с черным. Вот видите, сейчас посмотрим, какой лучший вариант. Все, и берете какую-нибудь молочную базу, либо молочный лак. Я возьму Milk Style 249 гель-лак. Перекрываем, чтобы немножко приглушить рисунок. И сейчас посмотрим, какая дисперсия. Если дисперсии будет достаточно, прямо на него посадим слайдер. Вот. И берем какой-нибудь вариантик. Давайте вот черненький возьмем. Хорошо будет к черненькому. Давайте я вот так поближе покажу. Здесь фольга, она не потрескается после ультрабонда. Она здесь защищена небольшим слоем смолы. И за счет этого, как не наносите в этот финиш, праймер, он не разъедает эту фольгу. Фольга будет прям как ну, цельный кусок золота выглядеть. Смотрим на дисперсию. Ну, в принципе, дисперсия такая прям хорошая, жирненькая. А, за типсы, да, я ответ не написала. Сейчас по типсам напишу. Прям такая хорошая дисперсия у этого гель-лака. Можно было бы еще посушить, в принципе, ну ладно. Так, и вот то, что я говорила. Всегда ультрабонд один держите отдельно только для слайдеров. Например, заканчивается у вас, остается там где-то 5 мм на дне, уже не работаете с ним, с натуральными ногтями, а оставьте его, например, вот для нанесения на те же слайдеры. Потому что слайдеры нужно обрабатывать ультрабондом, не только наши, вообще любой фирмы, потому что это очень хороший инструмент. На него лучше всего тогда ложится и крепится финишное покрытие на эти слайдеры. Вот. Плюс все равно слайдер, он складочки, пузыречки где-то оставляет. А так вы, когда нанесли ультрабонд, это все выравнивается, растворяется. Прям верхний слой у слайдера, он растворяется благодаря ультрабонду. Но в то же время, если вы будете совмещать с натуральными ногтями, ультрабонд будет неработающий. Здравствуйте, пользуюсь вашими гелевыми типсами. Очень часто кончаются, поняла, это ходовые номера. Мы планировали сделать ходовые номера, вот, честно, прям прорабатывали этот вопрос, но вы должны понимать, что мы не производим, конечно же, типсы, мы производим гели, гель-лаки, лаки, всю продукцию уходовую, мы производим ее. Но такие вещи, как лампы, пилки, штампики, пластины, типсы, понятно, что это контрактное производство. Это все завозится откуда? С Китая. И вот сейчас с теми затратами, которые легли на завоз продукта с Китая, тем, что ты напрямую не можешь завести в страну ничего, ты не можешь ничего напрямую оплатить, сейчас вот такие продукты, они встали у нас на стопе. И, к сожалению, вот пока не получается выпустить еще поштучно эти типсы. Я понимаю, что они, кстати, классные. Вот, аналогов на Вайлдберрисе сложно найти нашим типсам готовым. Вот, но пока не получается. Там такая цена, что вы просто это покупать не будете.
Вот, надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Вот, просто поднимите цену на наращивание. Я уже объясняла, и девчонки у меня тоже объясняли, мои инструктора. Вы просто поднимаете цену с расчетом того, сколько вы можете оплатить, сделать клиентов с этой коробочки. С учетом того, что у вас закончатся ходовые типсы, и вам нужно покупать новую. Вот и все. Понимаете, с условием этим расчет наращивания делается по стоимости. Так, ну вот. Смотрите, какой вариант больше нравится, когда мы заматировали черный рисунок, либо белый. Конечно, без темпинга дополнительного смотрится более минималистично, более спокойно. Вот смотрите, тоже прикольно. Даже, может быть, вот так и лучше, да? Вот сейчас мы сделаем матовый вариант. Я специально возьму блестящий. Бибилаки. Блин, реально, вот биби у нас это прям топ-продаж. Вот на удивление у нас на Wildberries продукты для натуральных ногтей, как оказалось, знаете, показали последние, ну как, сборы информации с рынка. У нас одни из самых популярных лаковых продуктов, и они вот именно классные. Мало фирм, кто уделяет внимание лаковым линейкам. Вот это факт. Давайте возьмем сильно блестящий. С одной стороны, страшно брать такой блестящий гель-лак, да, потому что слайдер активный, очень яркий, плюс еще фольга у него. Но если мы сейчас это сделаем через матовое покрытие, под матовым покрытием, во-первых, будет великолепная фактура сразу, да, точечка, я называю, когда мы такой матовый слой нанесли на сильно блестящий гель-лак. Смотрите, какая у него великолепная фактура. Все, ну в этом случае, конечно, все проще. Что? Мы наносим слой топ-слайдера, чтобы была липкая поверхность, потому что у этого цвета гель-лака, в отличие от предыдущего, дисперсии недостаточно, чтобы приклеить слайдер. Поэтому по-любому лучше на 30 секунд нанести топ-слайдер. Он, видите, этот топ, он даже называется словом слайдер. Вот, его как финишное покрытие редко когда используют, хотя можно, это обычный классический топ с липким слоем. Вот, но лучше просто как подложку для приклеивания слайдеров любой фирмы, неважно какой вы фирмы используете слайдеры, дополнительная вот поверхность липкая для дисперсии, вот прямо офигенно. 30 секунд, и давайте теперь возьмем вариант вот такой, например. Особенно мне элементы, конечно, с фольгой нравятся здесь. Обязательно наносить со штампиком такие слайдеры. Это можно так вверх ногами под кутикулу приклеить. И больше сюда, в принципе, можно ничего и не добавлять. Снова берем ультрабонд, потому что слайдеры надо обрабатывать ультрабонд. Но я здесь делаю это без страха, спокойно. Видите, фольга не растворяется от ультрабонда, потому что на ней защитная пленка, защитный слой смолы. И это очень классно. И смотрите, слайдер большой, плюс фольга, да. Не всегда матовый топ может хорошо лечь. Я иногда делаю вот такую хитрость. Не всегда. Если вот, ну, понимаю, что слишком много слайдера, много дизайна, я беру снова матовый топ. Возможно, просто чтобы жирно не было, можно брать кисточку не эту из флакона, а взять, нанести отдельной кистью, да, взять, нанести вот этой кисточкой обычной овальной. Тогда слой будет максимально тонко нанесен, чтобы не было толщины. Почему? Потому что матовые топы великолепно ложатся только все-таки там, где есть неповрежденная однородная поверхность с дисперсионной пленкой.
Вот, а так как мы там и слайдер наклеили, а бывает еще там, знаете, и стемпинг, и куча всего у нас, лучше всего выровнять поверхность топ-слайдером хотя бы тонким слоем. А потом уже спокойно, не спеша, средний слой матового топа. Тогда в матовом топе не будет никаких пузырей, какого-то там, вот знаете, скукоживания. Он тогда хорошо так распределяется, мягенько ложится, и поверхность становится прям идеальная. Вот, ну это вам так. Вообще прикольно сделать часть ногтей черными, вот к этому дизайну. Да, например, часть ногти будут бежевым покрыты, а часть покрыты черным. И, например, золотые элементы будут на черном, а на бежевом будет черный. Вот, будет прикольное такое сочетание. Смотрите, видите, когда покрыли матовым топом, получается фактура красивая у этого блестящего гель-лака. Золото не так блестит, но очень красивый эффект создается. Так, ну, надеюсь, что я ответила на все ваши вопросы. Сейчас могу еще почитать. А на ВБ или Озон появятся новые слайдеры? Они, по-моему, появились. Оля, ты можешь зайти на Валберис проверить? Мы, по-моему, на той неделе заходили тоже с подписчиками, проверяли, я прям в эфире. По-моему, новые слайдеры были. Сейчас мы проверим. Если что, я сейчас ссылки сюда тоже в описании повешу и на Валберис, и на Озон этого слайдера. Так. Когда ждать новые пластины? Значит, шармиконы будут в октябре, а пластины, наверное, в начале ноября, а не раньше. Это вот опять же из-за вот этих моментов, связанных с доставкой сейчас товара из Китая. Потому что, ну, как пластины, я уже говорила, типсы, пилки, дара, ну, такое вот все. Это в основном мы же всегда с Китая завозили. Понятно, что мы саму внутрянку производим большую часть в России, у себя здесь, в Ростове-на-Дону, на производстве. Но те же пластины, декорации, это все завозится. А так как сейчас оплачиваем по несколько месяцев, доставка идет там от 2 до 6 месяцев доставка теперь. Поэтому такие перебои. Ну, мы сейчас к лету выровняем, будем учитывать, что теперь доставка до 6 месяцев. Мы будем это закладывать в матрицу товарную. Вот, и выпускать уже с условием то, что готовые декорации и пластины к нам будут и плыть долго. Так, ну по гамме я проговорила. Валерия Бондарь. Вот если тебе не сложно, пришли, пожалуйста, в директ фотографии, потому что... Ну, смотри, у нас формулы гамма бейс 2. Я вот сейчас буду еще собирать обратную связь. Я еще не остановилась, на какой формуле мы будем колеровать все остальные новые цветные базы. Потому что я сейчас планирую выпускать большое количество не цветных гель-лаков, а цветных баз. Делать их максимально плотными, чтобы они были как гель-лаки. Видите, такая очень сильная укрывистость. Вот, значит, номер с 1 по 4 и 22 это гамма бейс. Эластичная, вот она такая, знаете, как вот более каучуковая, что ли. А номера с 5 по 14, здесь гамма-бейс, она такая более жесткая, как чем-то где-то, может быть, даже гель чуть-чуть напоминает, хотя растворяется и та, и та. Руслан, привет. Вот, ну, мне нужно понять, что, ну, как, еще раз, понимаете, не бывает скульптур, что классических, что гель-лаковых, чтобы вот взять одну формулу, она подходила абсолютно под всех клиентов. Вот, это очень сложно, это как выпустить шампунь универсальный для блондинок, для брюнеток, для людей с жирной кожей, с перхотью и так далее. А, на ВБ нет новых? Да, в прошлый раз я просто просила, и мне сказали, что они есть. Прикинь, я людям сказала, что есть. На Эми Шоп, в общем, по слайдерам я сейчас ссылку кину, и, значит, на ВБ будет сейчас только вот все, что касается более
дорогих продуктов. Гель-лаки, базы, цветники, крема, декорации. Вот, ну, не знаю, возможно, кто-то занимался Валбрисом когда-нибудь. Хотите, я вам просто вот объясню таким простым языком, почему, например, мы сейчас декорации начали убирать. И я вам очень рекомендую. Сейчас распродажи идут, большие декорации. Вот скупайте их. Сейчас там цена такая очень прям смешная на Валбрисе, на Озоне, потому что мы опустошаем карточки и закрываем их. Нерентабельно продавать вот эти штуки, ну, нам, по крайней мере, на ВБ. Потому что мы же их сами с нуля не производим. Вот, поэтому многие карточки товара из-за того, что сейчас там алгоритмы на Валберес изменились, там комиссии настолько огромные, что практически ты ничего не зарабатываешь. Вот, особенно на таких малооборачиваемых товарах. Они недорогие, эти товары. Вот, поэтому вот кто продает слайдеры на ВБ, я не знаю, как они там зарабатывают, честно. Вот. Там с этих слайдеров практически ничего не остается. Тебе нужно заплатить за все сейчас. Платится абсолютно за все. И неважно, ты отгрузил одну штучку слайдера или ты отгрузил брюки. Понимаете? В общем, мне базы зашли с 5-го номера. Окей. Вот мне тоже, кстати, мне больше нравятся с 5-го. Но у меня такая ногтевая пластина очень специфическая. У меня реально ногти не для баз гель-лаковых. Хотя я все равно на себе тестирую, смотрю. Вот. И для меня вот как раз с 5 по 14 вот более или менее так ничего. Я прям вот 3 недели, 3,5 хорошо хожу. Потому что по-хорошему мне нужно ставить классику на свободный край, акригель, гель, а уже возле кутикулы гель-лак нужно мне ставить. Ну, как бы мне в чистом виде база, ее как нужно? Взять прозрачный акригель, укрепить хотя бы вот кончик, либо чем-то промазать жестким, а вот потом уже перетягивать базой. Как-то раньше нас учили рисовать. А теперь шармиконы. Смотрите, в рамках бесплатных эфиров, которые я веду в социальных сетях, я сейчас не показываю ручной дизайн, потому что он такой очень долгий. Ты можешь показать буквально только один типс. И, ну, как посмотреть с точки зрения аудитории, что больше заходит? Больше заходит, когда я показываю что-то очень быстрое, а не долгая. Поэтому в рамках Эми онлайн, да, у нас есть школа онлайн, есть живые школы. Там курсы как были ручной росписи, они так и остались. Я очень много всего создаю. У меня вот, например, клуб работал 14 месяцев. Это такая платная история была, она недорогая. В клубе стоило находиться 990 рублей в месяц. Вот сейчас я клуб закрыла, сделала канал общий для всех, кто у нас покупает продукты в Эми онлайн. Вот там тоже это недорого, по подписке можно находиться. Вот там я рисую, я там много всего делаю, леплю и рисую. Вот это там, где хотя бы какая-то символическая оплата есть. Здесь в рамках бесплатного контента я стараюсь давать то, что быстро. Потому что большая часть людей, потребителей социальных сетей, вам нужно давать что-то быстрое, несложное, фоном слушать, смотреть. Вот. Поэтому я рисую, но здесь очень редко. Вот. Хотя сказать, чтобы я не рисовала, нет. Вот когда во вторник я лепила лепку, цветочки маленькие. Вот. Если вам не хватает чего-то такого ручного, возьмите вторник прошлый, посмотрите, там была лепка ручная. Вот, поэтому я рисую, периодически леплю, но реже здесь. В основном я это делаю для платных продуктов. Они, правда, недорогие, но они в рамках школы все идут. Вот, поэтому подписывайтесь на наше Эми онлайн. Вот, покупайте наши продукты. Очень часто там распродажи наших курсов по дизайну скопом производятся. Оля, сделаешь ссылку тоже на Эми онлайн? Подписывайтесь на сообщество здесь в ВК. И мы там часто выкладываем какие-то акции. Вот, например, сейчас я планирую клуб, который шел 14 месяцев. Все мастер-классы, курсы, дизайны, которые мы создавали там с Анной Гришанковой на протяжении вот, ну, больше года. Мы сейчас это упакуем в готовый продукт, его можно будет просто купить. Там информации, вы год будете сидеть, заходить каждый день, и вы все не перерисуете, сколько мы там давали ручного дизайна, тем, там куча всего. Вот поэтому
надо нам быстрее ускориться, потому что я уже 2 месяца обещаю девочкам, что скоро будет в продаже клуб в записи. Все обучающие мастер-классы и курсы, которые были созданы за последние 12 месяцев. Купила набор «Аристократик», в нем не было наклеек и ложечек. Надежда, пишите прямо сейчас в директ, мы обязательно вам вышлем. Приношу вам извинения, такое, конечно, может быть, потому что человеческий фактор на производстве он может присутствовать, что в какую-то одну коробку не положили. Вот, мы обязательно вам пришлем. Всем большое... Так, сейчас ссылку. Ты еще не повесила? Ну, мы сейчас тогда в описании... Нет, давай я дождусь. Сейчас мы Эми онлайн, прям я хочу, чтобы вы подписались, подписывайтесь, потому что мы там периодически делаем распродажи на какие-то курсы по дизайну. Вот недавно у нас был новый курс по стемпингу, классный, сложный, там тоже рисовать надо. Вот, но я его еще не продавала, я только сделала его для наших инструкторов. Вот, но тоже планирую, может быть, в какую-то программу поставлю. Так, вот я сейчас вам повесила ссылку на Эми онлайн. Это ВК, сообщество, подписывайтесь, у нас много там всего прикольного и недорогого продается, именно если вам что-то нужно замороченное по дизайну. Всем большое за внимание, всем пока-пока.